Новым годом. Зима у нас. Смотрите, уже как поднамело снега. Нормальные такие сугробики. Дафиц. У нас, короче, сегодня происходит замена водителя. Значит, деда сидит. Бля, нам наполовину пустая уже. Да, а как ты увидишь, на шинку надо ехать? Ну, может, откнуло, ничего. Да там, может, даже вон залез какой-нибудь саморез, ты его не найдешь так. На шинку ехать, блядь. На шинку уже поздно. Поздно? Она до 8. Ну, а что, хоть бортировать его сам будешь, что руками, что ли? Брон. Мягенько, как он работает. Короче, Вован с рейса вернулся. Колесо где-то, походу, проколол. Надо сейчас разруливать. Ну и другой водитель принимает. Водитель приехал с Уфы. Водитель принимает машину. Вован сдает. Завтра, кстати, едем за прицепом. Ой, за машины. За новые. И он будет ходить вот с этим прицепом. КамАЗ. КамАЗ новенький. Завтра забираем КамАЗика. Он зацепит вот этот прицеп, и уже КамАЗ будет ходить с этим прицепом. Даф пока с моим прицепом ходит. Но я вам сейчас в ближайшее время все расскажу, что с прицепом, что зачем, почему, что за машина будет у меня. Вот, и вообще все вам сейчас, ребят, расскажу. Красотища-то какая. Поснимаешь? Ну да, поснимай. Вот это я понимаю, самокат хороший после КамАЗа, бля. А что на нем сверху ящик? Да, ну, там подсветка будет красная. Нету? Есть. Там включается диатангент. А, вот. Вот это, да? А, вот. Выручалочка наша. Залез? Да. Че, качаем? Да. Все, поднялось? Ну так, чуть накачало. Главное, чтобы она не бабахнула сейчас. Резина новая. И нигде не шипить ничего, да? Где? Вот она. 100%. Виновник торжества. Света, где Света? Вот Света. Одну разу так завязать надо, чтобы потом это, слой резины на 2 часа поставлю. А здесь прорезь, да, была так? Ну. Порез. Это, короче, сейчас получается на два узла завяжешь, да, их? Mm-hmm. Потом второй резины запаяешь. Yeah. И все, и здесь потом... Ну, зачищаю, да. Шишка чуть-чуть будет, да? Не будет. Не будет? Не будет шишка. Ну, такой заплатку будет стоять. Поставлю сюда. Ну, грыжи никакой не будет. Сзади. А. Вот, видишь. Внутри поставлю вот сюда. Ага. Он а, и она шишку да. Никуда не даст, да? Не даст. Нифига себе, прикольно. Ну и вот, и сколько будет стоить вот так вот колесо такое сделать? 5500. 5500? Да.
резина почти новая. Ну да, резина новая. А стоит он новый баллон, наверное, дорого, да? Не знаю, сколько стоит. Смотря какую марку. Ну, 50, может, 55. Тысяч? Долларов. Красавчик. Ну что, за пятачок приехал, резину заварил. Нормально, да? Пока, короче, на шинке, ребят, подъехал коллега на самосвале. Передай привет, кому там хотел. Костян 37-му. Костян, привет тебе большой. Тебе не фартануло, блядь. Валерке передавай. Валерке передавай привет. 422-й. И Сереге Ярилову. Номер 034. Короче, пацаны, всем большой привет. Спасибо, что смотрите. И, как говорится, не гвоздя вам, не жезла. Поменьше вам плохих помоек, чтобы не буксовали, не застревали. Вот видите, вот так вот коллега выцепил на шинке меня. Все подчинились, колесико сделали. С тебя лайк, лайк, подписка. Хорошо, поставили два. Да? Все, давай, удачи. А, с каждого по лайку, да? Ну вот, все, ребят, починили. У меня два стажера здесь. Стажируем, ребят. Стажируем одного. Вован нас покидает. Да, Володька? Да. Вовка решил покинуть нас. Ой, как тяжело выезжается-то. Вот так невезуха. Прям, представляете, хлопнули первый раз на фуре. Я сколько отъездил в Хакасию, в Красноярск ездил. Вообще ни разу нигде не тормозили. И вот сейчас, блядь, просто с Ярославки съезжал. Пойдем, говорит, писать. А знаете, что писать будут? Я просто забыл карту тахографа ставить. За то, что у меня карта не стояла. Сейчас буду писать. А, такие-то хорошие сотрудники попались. Отпустил. На первый раз, говорит, прощаю. Как бы побольше бы таких людей. Все нормально. Как говорится, непростая, неказистая жизнь обычного камазиста, да? Ребяточки, я вас приветствую с борта КамАЗ К5 с нового. Вот, но это чуть позже, потом все увидите, расскажу, покажу. Короче, ребята, пришло время рассказать, показать все вам, прям, чтобы у вас все было по полочкам, чтобы вы понимали, что происходит. Очень много у меня подписчиков замешательства, ничего не понимают. То говорят, у меня дав какой-то в аренде этот зеленый, то все, говорят, что я просто где-то водителем работаю, то там, то сям, то откуда бабки, да кто твой спонсор. Ой, и все столько вот много. Я решил чуть-чуть себе разобраться, со стороны вот так на себя глянул, просто со стороны, и понимаю, бля, а я-то не так все, в принципе-то, и все и рассказываю своей аудитории, чтобы люди понимали, и чтобы вообще понимали, как у меня складывается жизнь, да, чтобы вы прекрасно все видели и знали, вот, и я решил, в принципе, рассказать, пока у меня появилось время, нужно сейчас все расставить, все точечки, чтобы вы понимали. Сейчас, если кто посмотрит этот ролик полностью, у вас прям... Потом ко мне вообще никаких вопросов не будет, и вы все, в принципе, поймете, что, как, собственно, и происходит. А то я выложил с покупки нового КамАЗа в ТикТок, а там, о, таля, да ты балабол, пиздобол, ты сказал КамАЗ хуета. Так ханы есть хуета, если она гремит, почему я должен от своих слов отказываться? Вот, ну, эта же машина не мешает работать и денег зарабатывать. Ладно, это я потом сейчас все вам расскажу про покупки, про все... про это все. Короче, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаечку, кофеечку, погнали. Ребят, я когда уходил с прогресса, нас ушло, да, когда много пацанов все ушли, я сидел дома без работы, в поисках работы, все прекрасно знают, вот. Бешеное желание, имею, как получил права, как начал ездить на машины грузовых, у меня появилось бешеное желание, я пиздец как захотел свою машину. Я понимаю, что это невозможно для обычного пацана, для обычного водителя купить какую-то грузовую машину, но я себе поставил цель. И если я вижу цель, то я к ней всегда иду.
Вот. Я сказал, что по-любому я что-то как-то себе это приобрету, куплю, каким бы этим путями ни были. Если я хочу, я ставлю цель, и я к ней иду, к этой цели. Нужно добиваться того, что ты хочешь. И, соответственно, сидел дома и понимал, что, блядь, ну вот денег нет, ничего нету, как бы это вот просто что делать, или, блядь, просто и водителем работать заебался, и свою охоту машину. Тут на носу, короче, Тракфест подходил. Тракфест — это грузовой фестиваль грузовиков. Соответственно, ко мне обращается организатор Тракфеста. Организатор Тракфеста Олег пишет: «Толян, туда-сюда, сможешь мне сделать рекламу Тракфеста туда-сюда? У нас Тракфест там намечается, чтобы там людей подтянуть». Я говорю: «Не могу я тебе сделать рекламу вашего Тракфеста, потому что я уволился, работы нету, материала нету, и на канал мне выкладывать нечего, поэтому я тебе никак осветить твое мероприятие не могу». Он: «А почему?» Типа, уволился туда-сюда. Я говорю: «Ну, потому что вот так, вот так, у нас много ушло, сижу пока без работы в поисках». Он мне говорит: «Слушай, а у тебя не было в планах открыть свою транспортную компанию, там, да, свою машину приобрести?» Я: «Ебать, спрашиваешь, блядь, конечно, блядь, всю жизнь об этом мечтал». Он говорит: «Слушай, перезвоню». Пропадает, потом опять появляется, звонит, говорит: «Слушай, надо встретиться в Москве, есть базар-вокзал, надо, короче, перетереть, вот, есть терки хорошие по поводу транспортной компании, машина». Я говорю: «Окей, собираемся, приезжаем». Вот, приезжает Сергей Плахов, соответственно, с кем я сейчас на данный момент и работаю. Вот, приезжает Серега, приезжает Олег, я, садимся на переговоры, начинаем сидеть общаться. Олег предлагает нам такую тему, что, мол, вот я там, ну, трусь возле правительства, я там президентом стану Российской Федерации, блядь, ну это, конечно, когда он это сказал, блядь, я просто, ну, президентом хочет Олег стать, если что, вот. Ну и, короче, он говорит: «Я хочу создать свою партию водителя России», как, соответственно, был разрисован прицеп, как был разрисован прицеп водителя России. Ну и, соответственно, он говорит: «Слушайте, нужно взять сцепку, машину, поехать. У меня есть пиздатые крутые рейсы, у меня есть кто там денег забашляет, мы возьмем там одну, две, три машины, а в ближайшее время вообще мы можем, в течение года у нас будет от 10 там, до 50 машин, у нас будет самая лучшая топовая транспортная компания». Представляете, да, мне же этого тоже хочется, я думаю, блядь, ну, охуеть. И да, почему бы нет, я соглашаюсь, Серега соглашается. Ну, соответственно, денег ни у кого нету, а машину как-то надо брать. Серега Плахов берет на себя, это чей, соответственно, КамАЗ Халк, он берет на себя обязательства, он берет в лизинг прицеп, собственно, который мой, он берет в лизинг на себя прицеп, и он, соответственно, на свою компанию оформляет все это дело. Олег говорит: «Серег, ты, говорит, замути тачку, я найду рейсы, Толян, ты поедешь, ты будешь освещать, ты будешь вот водить, ты потом будешь вот просто как руководить процессом, да, водителями и всем этим делом». Я думаю, бля, да нихуя, круто же, да, прикольно, все, я согласен, еду, рекламу надо сделать, сделаем, порулить, порулим, поехать, все, 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 мы, все, что в моих силах, все сделаю. Серега, короче, тоже все, что в моих силах, сделаю, все, поехали. Не поехали, машины нету, соответственно, чтобы машину купить, ее заказать, это ждать, как я уже говорил, там от полугода до года машины, потому что их просто тупо нету. Вот, мы обращаемся в Северскан, нам дают Северскан Сканию в аренду, и все, у нас машина есть, готова, все, мы готовы выезжать. Олег, где твои рейсы, которые он обещал, там нам он обещал, на Байкал будем там воду что-то возить, там пиздец, там. В итоге все, нам завтра выезжать, где рейсы? Он говорит: «Рейсов нет, ну как-нибудь, ну, блядь, что-нибудь сами найдите». Ладно, Серега находит рейсы, мы поехали в Хакасию, туда-сюда, короче, проработав месяц, от Олега вообще ни одного рейса, никакой помощи, нихуя. Подходит этот Тракфест, соответственно, это я все быстро и вкратце рассказываю. Соответственно, мы начинаем Олегу предъявлять: «Слушай, я обязательства выполнил, Серега обязательства выполнил, где твои обязательства?» Он сказал так, что просто как бы, ну, я
Я просто, говорит, организатор. Как он организатор трекфеста, так он просто этот организатор. И мы тут с Серегой подохуели. Я говорю, Серега, слушай, ну, говорю, все, хорошо. Мы, говорю, распадаемся нахуй, у нас ничего не получилось. Ну, как бы, если не попробуешь, ничего не получится. Не бойтесь в этой жизни пробовать, потому что, ну, а что здесь такое? Ну, надо попробовать, потом жалеть, нежели, блядь, не пробовать нахуй и жалеть сидеть. Вот, говорю, Серег, хорошо. Ты заплатил за первоначальный взнос, за лизинг, за прицеп, да, там, за каску, за хуяску. Я говорю, давай я тебе эту всю сумму отдаю за прицеп, и прицеп просто забираю, он мой. Тачку найду и все, и начну рулить. Серега говорит, все, окей, не вопрос. Вот, соответственно, что? Я еду в Кёгель, договариваюсь и закрашиваю водителя России. Как вы видели, да, был водитель России. Вот, и нахуй это все убираю и просто рисую больший груз, так как прицеп отпадает мне. Вот, соответственно, потом мы с Серегой садимся, он говорит, Толян, так как ты молодой, да, ну, неопытный в этом деле, у меня все-таки есть и свои, своя есть фирма, свои есть и рейсы, и клиенты есть. Он говорит, давай вместе работать, вот, давай вместе развиваться. И за это, конечно, Сереге благодарен, да, за то, что вот он мне предложил. Я говорю, Серега, я, конечно, только за. Он говорит, давай скидываемся за прицеп с тобой напополам и начинаем работать. Я говорю, все окей. Твой прицеп, вот он, да, я вношу сумму, все, что там, да. Ну, соответственно, мы туда, сюда приехали, все, что машина заработала, мы все погасили вот эти долги, то, что он там брал на этот прицеп. И у нас, соответственно, получается так, что все, прицеп наш общий с ним на двоих, но машины нет. Он говорит, у меня есть DAF зеленый, вот пусть DAF ездит, мой DAF, твой прицеп, вот, и в общую кассу, все окей. Соответственно, я вот что туда съездил, что назад съездил, я зарплаты никакие ничего не брал, потому что, говорю, мне никакие водительские ничего вообще не надо платить, все в общий котел. Соответственно, все, что я какие-то рекламы делал, да, я туда тоже все деньги собирал, я в общий котел все скидывал. Вот, пообщавшись, мы с ним сели, поговорили, еще тогда, когда я говорил по поводу КамАЗа, да, что какую машину бы сейчас не заказать, их нету, есть только КамАЗ. Почему КамАЗ? Да потому что их просто нету машин, блядь, сейчас любую машину закажи, вот Volvo под заказ, да, она на следующий год придет там, блядь, плюс-минус там летом, но я это уже все рассказывал, уже это все знаете, вот, соответственно, есть КамАЗ, который обещают там в течение 2-3 месяцев предоставить. Мы, что, Серега, садимся, обговариваем, давай как бы скидываться на первоначальный взнос и брать в общий котел КамАЗ. Давай, вот. Соответственно, я какие-то рекламы даже следил на канале, все, что у меня там где-то какая-то копеечка появляется, вот. И мы с ним скидываемся, берем КамАЗ на двоих. Вот этот именно новый КамАЗ взяли мы. Мы скинулись на первоначальный взнос и взяли мы его на двоих, вот. Соответственно, чтобы, ну, не просто между небом и землей, да, я был хуй пойми где и как. Соответственно, я еще и говорил вам, что хотел создать транспортную компанию, да, по поводу ООшечки открыть. Я открыл, значит, ну, я открыл себе ИП, ИП у меня есть, вот, ну, думаю, ООшка не нужна, тем более у Сереги она есть. Вот, и мы с Серегой сели, поговорили, друг другу руку пожали и начали вместе работать. Мы с Серегой сейчас на данный момент, как говорится, общее, да, и целое, мы с ним вдвоем начинаем дальше развиваться, работать и будем дальше строить транспортную компанию и расти. Соответственно, мы с ним подписали документ, он меня внес в компанию Виколор, где он, соответственно, генеральный директор, да, он меня вносит, я там как соучредитель и как числюсь документально зам генерального директора транспортной компании, да, которая сейчас на данный момент о Виколор. И я здесь зам генерального директора и соучредитель, и мы с Серегой как партнеры, компаньоны. Мы вместе будем дальше расти, развиваться, чтобы у вас не было вопросов, типа, бля, что за КамАЗ, откуда это, откуда то. Вот, я вам по-быстрому все это рассказал, как это было. Если это все глубоко-глубоко углубждаться, вот, то и это пиздец, можно столько нахуй понаписывать роликов. Вот, соответственно, есть DAF, есть прицеп, надо работать, надо ездить. Соответственно, с прогресса Вовка, да, Вованчик,
который живой груз, я Вован предложил. Вован, говорю, пойдешь работать на DAF, так и так, потому что, ну, один, во-первых, я не успеваю, мне нужно было и документы делать с ним, Серега ездить там, и чтобы меня туда внесли, и плюс вообще кучу, вообще много всего-всего-всего, я просто тупо не успевал, и мы с Серегой поговорили, и берем Вован на работу. Я говорю, Вован, пойдешь на работу? Да, пойду. Соответственно, берем Вовку на работу, Вован приходит, садится на DAF, и начинает на DAF Вован зеленым работать. Вот. Проработав, Вован уволился, Катя уволилась. Сейчас все расскажу, почему они уволились. Ну, уже водители новые пришли, и водители работают. Вот. И, короче, берем Вована на работу. Серега, короче, договаривается с Вованом. Они оформляются, все договорились, зарплату обговорили, маршруты все обговорили, все всех устраивает, и поехали работать. Вован проработал месяц-два. Ну и сказал, что не устраивает, зарплата маленькая, и Вован уволился. Вот. Вован, короче, сейчас я вам расскажу первый месяц. Ну, чтобы Вован не устроил зарплату, маленькая зарплата. Последний месяц, вот он в ноябре, я сейчас документы приложу, чтобы у вас, да, складывалось там, ну, плюс-минус впечатление, что там по зарплате. Вован, короче, так, последний у нас, что там получается, ноябрь, да? Ноябрь, сейчас декабрь у нас, в ноябре. Вован отработал в ноябре. Так, в ноябре вот Назаров. Он получил, у него вышла зарплата 87 тысяч, плюс Серега ему премию закрыл 10 тысяч, итого он получил 97 тысяч за 3 недели. Он вышел 3 числа работать, поработал, потом брал 3 дня выходных, он уезжал на грузовой машине домой, да, в Калуге стоял, он еще 3 дня дома стоял. Грубо говоря, плюс-минус у него вышло там рабочих в месяц 3 недели. Вот он 3 недели отработал, за 3 недели он получил 97 тысяч, за 3 недели 97 тысяч. И он сказал, это зарплата копейки, я... Ну, Вован не устроила. Я Вован, ну, как бы с Вованом мы поговорили нормально. Я говорю, Вован, как сказать, да? Он говорит, говори как есть. Вован, здорово. Слушай, сегодня ролик буду, ну, снимать надо. Сказать же, по-любому будут ебать миллиард вопросов, почему ты ушел. Чтобы разногласий никаких не было. Сам мне, ну, скажи, да, вот из-за чего ушел, какова причина, чтобы я это озвучил в ролике, чтобы ты потом на меня обиду не таил, не держал, чтобы не говорил, что вот, ебать, ты не так сказал. Здорово. Ну, я думаю, можешь своими словами рассказать, что я тебе буду говорить. Смысл? Ты все сам знаешь. Знаешь мое мнение, я с тобой им делился. Ну, я думаю, без обид. Все правильно. Правильно же? Все правильно. Вот. Соответственно, я еще Вовану сказал, Вован, помимо этого, так как я тебя сюда подтянул, если тебя не будет устраивать зарплата, с меня всегда премия... От меня, не от компании, а от меня будет там пятачок, десятка тебе всегда будет прилетать. Вот, я тебе буду подкидывать. Он говорит, все, не вопрос. Я говорю, какая бы тебе сумма устраивала, такая, чтобы, ну, вот в случае чего, если все тяжело пошло, нет работы или еще что-то, да, чтобы ты на мель не сел, какая бы тебе сумма бы устраивала, чтобы, как типа оклада. Вован говорит, ну, 1070 было бы заебись, и мне бы хватало. Ну, соответственно, он уезжает первый месяц работать. Вот, машина у него ломается в Ижевске, его загоняют в сервис, Вован в сервисе, ну, это ни в одной транспортной компании так не заплатит, ни в одной. Он загоняет, Серега Дав загоняет сервис, и ему перебирают подвеску переднюю, шкварня перебирают, там наконечники рулевые, вот, ему перебирают подвеску, и он зависает в сервисе на неделю, на 7 дней, неделю. И за то, что просто Вован завис в сервисе, он ничего не делал, да, не работал, Серега ему закрывает 2,5 рубля рабочий день плюс 700 рублей суточных. Вот, соответственно, Вован эти деньги получил за то, что он провел в сервисе. Вот. Ну и, соответственно, помимо этих, да, там, зарплату все он получил. Вот. Я думаю, блядь, нигде такого не получишь. Но я сказал Вовану, а Вовану я до этого давал там пятерку, десятку там давал или пятнашку, я уже не помню. Вот. Я сказал, Вован, если у тебя там выйдет тысяч, там, да, там, 80 зарплаты, то, что ты мне должен 15 тысяч, мне их не отдавай, ты их себе в зарплату забери, вот твоя будет зарплата. Он говорит, все окей. Ну, соответственно, Вован там заработал в первый месяц, у него вышло, по-моему,
если я не ошибаюсь, сейчас я вам скажу. В первый месяц у него вышло... Так. Километраж суточный. У него вышло вот 81 тысяча. 81 тысяча, это у нас получается, да, вот за октябрь. За октябрь у него уходит 81 тысяча. Я понимаю, но это когда мы заболели. Плюс Вован заболел, он неделю дома лежал, дома, или 10 дней он был, когда мы все короной заболели. Я дома был, и Леха, когда мы все вообще слегли, и Вован заболел. Вот, и у Вована там вышло рабочих дней, что-то в районе 20 рабочих дней, за, ну да, 10 дней он болел, плюс неделю машина в сервисе была, он заработал 81 тысячу, и то, что я ему давал 15 тысяч, я сказал, мне их не возвращай, я говорю, это вот тебе премия за то, что, ну, так подвис. Ну, соответственно, Вован получается, ну, там, плюс-минус что-то в районе сотки у него вышло. И второй месяц у него вот выходит 87 тысяч за 3 рабочие недели, да, 87 тысяч. Ну и Серега, соответственно, понимает, что это чуть маловато, он ему просто еще десятку накидывает. Ну и, соответственно, Вован у меня просил, я ему тоже там кидал, ну, по-моему, пятерку ему кидал, десятку, уже не помню. Я говорю, мне это ничего не надо возвращать, ну плюс-минус, как бы, я считаю, да, ну, за, блядь, 3 недели рабочих как-то нормально. И в итоге Вован сказал, что, ну, типа, это хуйня, ну, зарплата маленькая, как бы я ебал, вот, и он ушел. Ну, все честно, как бы, базара нет, рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Поэтому Вован уволился, его не устроила зарплата. Катя. Катя пришла на КамАЗ первый месяц, Катя тоже уволилась, Катю тоже зарплата не устроила, Катя сказала, это вообще копейки, блядь. Как я так понял, там, судя мне, как передают хорошие мои друзья, вот, говорит, что платят мало, вот. Сейчас я покажу по Катюхе. Катюха приходит работать, так, у меня тут все расписано просто, чтобы вы понимали, да, работая, ну, работал на КамАЗе сначала Серега водитель, вот. Серегина зарплата была август, Захаров Серегу он получил 112 тысяч. Это вот если нормально месяц работает, водитель 112 тысяч он получил. За сентябрь Серега получил 119 тысяч. И приходит потом вот октябрь Катя, она получает 74 650. Она получает 74 650, это за... По-моему, 20 дней. Потому что, вот у меня тут все расписано, видите, да, таблица. Тут выходил я. Соответственно, Катя-то с выходными работает. Вот видите прочерки, да. Красная, это вот 23-24, это ее выходные законные. Суббота, воскресенье, КамАЗ стоит, она дома. Вот здесь выходные, здесь вот выходной, здесь вот выходной. И, соответственно, Катя выходит 7 числа работать по 30. 7 по 30 плюс с выходными. Плюс тут это мои дни вот кречетов. Вот. Ну и короче, по дням у нее выходит 21 день рабочий. И она за 21 рабочий день Катя получает 75 тысяч. Так как она стажер, она пришла первый месяц работать сюда. И чтобы ее не загружать, ей давали бау-центр, где это вы видели ролики, да, я показывал, где грузишься на складе, доезжаешь до магазина, выгружаешься, там 3 километра и назад. Просто чтобы привыкнуть к машине, как стажер. По одному рейсику она делала, по одному рейсику стажировалась. Ну, для стажировки, я считаю, для 20 дней, ну, 75 тысяч, я не знаю, для меня, как для водителя, я считаю, это нормальная зарплата. Вот, Катя сказала тоже, это маленькая зарплата, я рассчитывала больше. Но чтобы зарабатывать больше, мне кажется, надо, ну, хуярить, как минимум, работать нужно. Вот, по зарплате вы видели, да, соответственно, до этого Серега на КамАЗе работал, у него за 100 выходил, 112, там, 120. Витя вот получает там, ну, то, так же, на другом, котором Дафе. Так. Так, Вован, получается, Вован отработал октябрь, он получил 81, плюс моя премия, то, что я ему занимал там пятак, десятку.
блядь, то ли 15, то ли 20 ему занимал. Ну, плюс-минус, у Вована вышла за октябрь сотка, плюс-минус за ноябрь у него 97 Серегиной премии, и плюс моей, то, что я ему давал, ну, за сотку даже у Вована вышла за 3 рабочих недели, тоже, ну, как оказалось, мало. Вот, и что, соответственно, ушел Вован и ушла Катя из-за того, что их не устроила зарплата. Ну, я запилил сторис, нашли водителей, я все объяснил, какая здесь зарплата, да. Здесь плюс-минус у нас будет зарплата по Москве 2,5 рубля рейс, и это ни для кого не секрет, ни для Вована, ни для Кати, ни для вас, ни для меня. 2,5 рубля рейс по Москве. Соответственно, летом вот пацаны делали по 2 и по 3 рейса можно сделать. Вот. Ну, зима, понятное дело, по одному рейсу делаешь. Ну, если видим, что зарплата маленькая, вот, и накидывается вот эта вот плюсовая премия. Плюс за простое. Если там по вине какой-то стоишь, да, как вот Вован попал по вине компании, машина встала на ремонт, оплатили все это. Сказать, что это хуевые условия, я не знаю. Смотрите сами, судите сами. Вот. Я рассказал так, как это есть и как это будет. Поэтому, ребят, такие дела. Дав, пришел новый водитель с Уфы. Я когда написал сторис, кинул сторис, написал мне парень, так и так. Я ему сказал, вот такая зарплата, показал, говорю, вот Вован столько получал, вот Катя столько получала, все по-честному. Он говорит, мне устраивает, я говорит, готов работать. Я говорю, да, сейчас зима, тяжело, вот эти новогодние, тем более праздники, плюс снег буксует, ну, блядь, ну, рейс сделаешь, да, можешь полтора, можешь два сделать. Соответственно, если куда-то на дальняк уходишь, это внутри МКАДа, да, ой, по Москве ты ездишь 2,5 рубля рейс. Если ты куда-то едешь там, да, за Москву, то у тебя 700 рублей суточные плюс 7 рублей километр. Для фура, я считаю, это нормально. Если, мужики, вы где-то на фурах работаете, напишите это, ну, нормальные расценки, либо нет. Я думаю, это расценки нормальные. Как я вот работаю, я водителем, я знаю, ну, для меня бы, мне бы этих денег хватало. Помимо этого, я Вовану пообещал, сказал, Вован, я тебе буду помогать с Ютубом, да, я тебе буду пробовать, ну, помогать раскручивать канал, будешь с канала зарабатывать. Соответственно, помогаю Вовану, делаю рекламу, Вовану дал свою камеру, говорю, Вован, снимай, вот тебе подписчики, вот тебе камера, пили контент. И в итоге Вован поснимал пару роликов, ну не пару, ну он поснимал нормально роликов, и потом смотрю, что-то неделю нету, 10 дней нет, Вован, что не снимаешь? Он говорит, да хуй знает, неохота, типа нет желания, и он просто, ну, забил и бросил все это. Хотя с Ютуба он тоже начал деньги получать. Вот. Поэтому хуй знает, как это расценивать, я не знаю. Вован, я думаю, ты не в обиде. Я у тебя спросил, как что рассказать, ты сам сказал, да? Расскажи так, как есть правду. Я рассказал правду, я думаю, Вован, как бы, работа есть работа, дружба есть дружба. Как дружили, так и будем дружить, общаться. Ну, работа есть работа. Ну, желаю, ну, он сказал, что пойдет в Калугу, пойдет на автобус, будет дома работать. Ну, лучше, говорит, буду за 50 тысяч работать, ну, зато рядом с домом, чем, говорит, за 100 тысяч, нахуй, ну, на фуре, блядь, и семью не видеть. Ну, каждый сам выбирает свою дорогу. Соответственно, ребят, что теперь происходит? Дав зеленый. Дав стоит зеленый на продаже. Серега выставил на продажу. Почему? Потому что для обновления парка эта машина продастся. За место этой машины будет новая машина. Соответственно, с моим прицепом пока будет Дав зеленый ездить. Потом, возможно, либо будет другая машина ездить, либо будет КамАЗ этот ездить новый. Пока еще не знаю. Все, что касается теперь, почему вот я там вожусь, да, с Серегой, с КамАЗом, с ДАФом, потому что это уже наше общее, и мы с Серегой вместе начинаем работать, не начинаем, а уже начали работать, и все, что касается моих каких-то там денежных заработков, все, что я зарабатываю, я вливаю в эту также компанию и помогаю также развивать вместе с Серегой, ну, развиваться. Все, что какие-то рекламные ролики я делал, все, что у меня какие-то были деньги, где я денег зарабатываю, я просто в общий котел складываю. Мы берем, вот взяли сцепку, да, вот КамАЗы. Соответственно, что касается по поводу моей, да, машины, на которой буду я ездить, она, ребята, заказана, я машину жду, она будет в январе. В январе она придет, пообещали вообще декабрь, где-то под Новый год.
Вот, но мы сами не хотим брать ее в декабре, потому что, сами понимаете, праздники, и ездить никто практически не будет, на учет не поставишь. И забираем в январе, где-то числа 10, 12, 15 придет машиночка моя, на которой я уже сяду, я поеду, и я буду на ней ездить. Вот. Ну, она будет уже с новым прицепом, там будет новый проект, как я вам обещал. Соответственно, там будет намного уже все серьезнее, интереснее. И будет тачка жирная, жирненькая будет. Вот. И вот, ребят, я с вами поделился. Теперь вы все знаете, как это все на самом деле произошло. И растем дальше, развиваемся, работаем, пашем, ебашим. Вот, как-то так. И мне бы очень хотелось бы послушать, подскажите, да, мужики, вот как вы думаете, за три недели, если 97 тысяч получить, это мало или нет? Я просто, бывает, и себя виню, и перед Вованом неудобно, блядь, думаю, может быть, я мало заплатил, может быть, что-то я не так сделал, блядь, и поэтому я старался еще от себя подкидывать личных денег, да, чтобы человек устраивал, и все равно, как бы это мало, вот. Но я думаю, если работать месяц, полный месяц, то он, у него бы перевалило. А, здесь еще такое правило. Если водитель заработал ровно 100 тысяч зарплаты, то значит компания хорошо тоже заработала. Соответственно, премия двадцатка. Вот сотку заработал, двадцатку премия. Вот Витька на Дафе на Осеннем, по-моему, что-то он в районе 110 тысяч заработал зарплаты. По-моему, да, 110 у него вышло, и он получил что-то в районе 130 тысяч зарплаты. Поэтому, ну, как-то так, я не знаю, просто, ну, напишите свое мнение, что вы думаете по этому поводу, и я это рассказал, чтобы было все по-честному, чтобы вы знали, как на самом деле это все происходит, почему Вован ушел, почему Катя ушла, вот, я вам все рассказал, ну, и у вас будет теперь впечатление складываться. Вот, а это новый КамАЗец у нас, Илюха КамАЗец, Илюха Шпаклевка, вот, который, соответственно, будет работать на этом КамАЗе. Как ты его пустил? Обыкновенно, руками. Ну, объясни.